У 8-летнего Давида есть шанс начать ходить, но ему нужна помощь. У маленького карагандинца врожденная форма ДЦП. Сейчас мальчику необходима специальная ортопедическая обувь, однако получить ее мама ребенка пока не может. Репортаж Алины Акбаевой. У Давида Нариманидзе врожденная форма ДЦП. Он не может самостоятельно передвигаться, поэтому ему нужна постоянная помощь. Мать мальчика Сивинч не работает, так как ей не на кого оставить детей. Родственников у нее тоже нет. Здоровье Давида ухудшается. Из-за искривления позвоночника у него травмируются все внутренние органы. Я хочу людей попросить, чтобы они помогли приобрести ребенку надежду, так скажем. Потому что сейчас у него надежды этой нету, я... Не могу никуда его тащить, таскать, и не обследовать ничего. Даже на ту самую операцию надо обследование. А у меня сил нету его таскать по кабинетам. И за счет этого я хотела, чтобы у ребенка улучшилось хотя бы здоровье в домашних условиях. По словам матери, ребенок ежедневно плачет и просится гулять на улицу, но она не может ему помочь, так как физически не в состоянии поднять мальчика до 5-го этажа. Главная мечта Давида – научиться ходить. Скажи, на улицу хочу. Я хочу на улицу. Чтобы получить ортопедическую обувь, они целый год стояли в очереди в Октябрьском центре управления. Однако только после обращения в СМИ им пообещали предоставить обувь в ближайшие дни. Единственная возможность облегчить Давиду жизнь – это приобрести специальную кушетку с матрасом стоимостью в 665 тысяч тенге. Я прошу всех людей, у кого есть сострадание к болезни ребенка, пусть помогут нам собрать эти деньги на кушетку Сирогем и мат тепловой для расслабления мышц. Алина Акбаева, Карат Рашитов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Если вы хотите помочь Давиду, обращайтесь по телефонам 8 771 283 09 30 и 45 00 34.